любое дело идет со скрипом, но ситуация, процесс налаживается, я уверен, что мы процесс этот доведем до нормального состояния и, в принципе, будем вывозить нормально. Вопрос плюс уже ощутимый. Реформы наши, это то, что мы закрыли полигон с 1 января, раз и навсегда. И работать он больше никогда не будет. Я думаю, что очень рассчитываю, что через год мы можем приехать сюда и, в принципе, уже увидим, а может даже и раньше, мы увидим, увидим технику, которая будет заниматься уже благоустройством и рекультивацией полигона. Потому что я говорил, что задача была у муниципалитета это подготовить, откорректировать проектно-сметную документацию. Да, мы сделали один, ну я бы сказал, как холостой выстрел. Мы разыграли конкурс, выиграл недобросовестный подрядчик, и мы потеряли почти год на всех процедурах расторжения. Ну не год, полгода на процедурах расторжения, заключения нового. Подрядчик, который выиграл сейчас у нас договор по муниципальный контракт по рекультивации полигона, он дееспособный, он проект выполнил, мы прошли экологическую экспертизу. Сейчас мы на выходе в главгосэкспертизе, в строительной. В ходе проведения экспертизы мы первоначальную стоимость первоначального проекта по рекультивации, который сделал подрядчик, стоимость 4,2 миллиарда рублей было, мы его уменьшили до миллиарда за счет уже создавали, скажем, некую там техкомиссию, мозговой штурм, и смотрели, какие технические решения, что можно оптимизировать. Потому что там было излишне, допустим, у нас вокруг всего полигона был забит шпунтовый ряд, что сразу же 1,5 миллиарда рублей. Еще ряд.